привет! Сегодня хочу вам рассказать о сервисе Ясно. Это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультаций с психологами. Сейчас на платформе более 3000 тщательно отобранных специалистов и более 200 тысяч активных клиентов. У меня был опыт психотерапии, но не могу сказать, что я была искренне довольна. К сожалению, у меня не получилось подобрать грамотного специалиста, с которым мне бы было комфортно обсуждать личные темы и делиться самым-самым сокровенным. Поэтому могу сказать, что выбор специалиста очень важен, ведь вам нужно будет обсуждать личные темы и чувствовать себя комфортно. Ясно, вы выбираете специалиста по своим критериям. Специальный алгоритм Ясно подберет вам специалиста с учетом сложностей, которые вы хотите с ним обсудить, удобного времени и пола специалиста. У некоторых психологов есть даже видеовизитка. Можно посмотреть, как специалист говорит и что для него важно, и познакомиться еще до сессии, чтобы с первого раза попасть к максимально подходящему специалисту. И для меня эта фича в Ясно самая лучшая, ведь именно в прошлый раз из-за неправильного подбора специалиста я и остановила свои сессии. Еще в Ясно уникальная служба поддержки, и в ней работают только психологи. Поэтому, если вы захотите, чтобы специалиста для вас подобрали вручную, вы можете написать туда. И, конечно же, все сессии в Ясно происходят онлайн. Прекрасно понимаю, как тяжело начать работать с психотерапевтом. У многих большое количество страхов, но Ясно сделала все возможное для того, чтобы вы смогли начать заботиться о своем ментальном здоровье. Поэтому мы вместе с Ясно подготовили для вас промокод на минус 20% на первую сессию при регистрации. Промокод действует как на индивидуальную сессию, так и на парную. Конечно же, я оставляю всю подробную информацию на Ясно внизу в описании. Обязательно переходите и начинайте заботиться о своем здоровье. Всем приятного просмотра! Зашиби себя! Зашиби себя адекватно! Похоже на вот эту штучку в Pixar. Тинь-тинь-тинь-тинь. Торговый центр метро. Нужно сходить на шопинг. Опять. Надеюсь, что-нибудь найдем. Потому что в прошлый раз я купила там очень крутые джинсы. Вот. Новогодние хлопушки. Я все хожу уже сколько недель, думаю о том, чтобы сделать себе пирсинг на ухе, на хрящике. В общем, спустя пару дней я все-таки сделала пирсинг, но на тот момент я уже не записывала влог, но обо всем поделилась в своем телеграм-канале, поэтому переходите, там все апдейты выходят прям день в день, и в своем инстаграме тоже. Но вы просто зацените, какая это красота. Очень жду, когда пройдет месяц, чтобы прокол зажил, и потом повесить вот такую цепочку. Мне кажется, это будет so stylish. Так что не забывайте подписываться на мой телеграм и инстаграм, там гораздо больше апдейтов. Все ссылки в описании, так что приятного просмотра. Брат, бери, ты полный стрейт. На студии сидеть, треки писать. Вы посмотрите, это просто music core vibes.
of us. We can make it if we try. Когда я наконец-таки вам покажу вещи, которые мне пришли на самом деле супер-супер давно. Вообще прям реально давно, когда приехала в Корею. У меня появилось свободное время, чтобы сделать анбоксинг вещей, которые мне прислал No One Else. На самом деле я уже успела очень много что поносить. Я прикреплю здесь картиночки, фотографии из Инстаграма. Так что давайте скорее все примерим, я все покажу. Мне очень нравятся джинсы, то насколько они правда крутого качества и какой у них очень классный дизайн. Этот аутфит вы видели в предыдущем ролике. Безумно классная кофта. И что самое главное, несмотря на то, что она как бы вязаная, она не колется, она очень приятная к телу, что супер важно. Ненавижу носить свитера, которые колятся, или кофты, которые просто неприятные к телу. Этот аутфит я уже носила несколько раз. Я не надела джинсы на низкой талии, они просто с рандомного магазина в Корее. Такое вот замечательное платье, теплое на осень, самое-самое то. Оно будет очень классно смотреть с какими-то базовыми вещами, либо же с бежевой кофтой, которую я мерила до этого. No One Else — это корейский бренд, который принесет глоток свежего воздуха тебе в гардероб. Так что это твой знак наконец-таки найти свой собственный стиль, либо же просто обновить свои вещички. Огромное спасибо No One Else за спонсорство в этом видео, и все ссылки оставляю внизу в описании, обязательно переходите. Эти выходные мы спим до самого вечера. Вечером мы ходим в ужин и опять возвращаемся ночью. Мне прикольное расписание абсолютно. We used to have each other's playlist. Don't know. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart. Ты съел рыбку. Даешь ее? And maybe we could try it next week again. But I don't wanna think what's happening. But who cares? You said that we're over. Hands under covers alone. Мы пытаемся объяснить Кейгу, Кейгу хоть что-то, он ничего не понимает. Мы даже ничего не понимаем, мы тут уже ему ответили, что ты думаешь? Я уже ему даже эту клавиатуру сделала. И он такой, типа, потом отвечает stay, типа, остается, и я такая... Thank you.
сказать по-японски своим друзьям аннён, это будет йо. 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 Йо, аннён. Аннё. Аннё. Йо. 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 Привет. Коннишива, минасан. Доброе утро! Мы сегодня наконец-таки не проспали ничего. Собрались в Lotte World, идем кушать корндоги, мои любимые, я их очень сильно люблю. И потом едем в Lotte World. Очередь на весь парк, ну минут 5 мы, наверное, обходили всю очередь, чтобы встать в конец очереди. Мы стоим 2-3 часа. Опа, мы не знаем, как мы стоим. God bless you. Мы продвинулись буквально 20 метров за час. Be happy. Be happy, 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 happy. Друг Кейго отправил фотку, и мы ответили на эту фотку реакцию. И теперь друг пишет, что он завидует Кейго. Покажи, как сделал Кейго. Beautiful girl. Me.
так. Ой. Ну да. Слишком ярко. Нашли! Мы стояли 3 часа. 3 часа! Нас до дома прокатили еще на паре аттракционов, покушали очень вкусно. Теперь можно ехать домой. Господи, это что, хлеб? Как вкусно. Боже мой, я сейчас умру. Почему вы опоздали? У нас завтрак в Париже. В ресурсе. Мы в потоке. У нас это завтрак, который будто мама готовила. С такой душой и любовью. Невероятно. Дениска, ты забрал вообще-то мой второй завтрак. Это мой завтрак. Айгу! Айгу!